Ua. Ua. А ну да, коняра я тебя убил. С двух ударов хорошо умирает на самом деле. Что это? Больше ты. Ух ты! Ух ты! Так, штаны могу надеть. И ботинки могу надеть. Вау! Какая прелесть! О! Ты мне понадобишься. Да, ну... Маны уже мало. Hello, motherfucker. У тебя вообще маны мало. Hello, motherfucker. Ага, все. Что выпало, то и пропало. Тупые зомби. Вы не понимаете, кто в вас даже стреляет. Поздравляю с достижением 105 комбат уровня, задроты. Ты очень вовремя, мы ждали помощи уже очень давно. Похоже, у нас забились трубы в канализации, и никто не хочет браться за эту работу. Мне нужно, чтобы ты выполнил эту грязную работу. Мне понадобится помощь с этим засором. Follow me up to heal the server. Короче, сейчас мы пойдем через другой вход. Вот, наконец-то, да. Все, right now. Follow me then. Все, мы пошли в этот верхний проход. Если вы не поняли, что... То вон там вот лагерь, в котором мы брали у нее квест. И вот мы вот так вот поднялись. Все, а сейчас мы проходим дальше. Я сначала не понял, так что это не вы не поняли. Это я не понял сначала, и я дебил вам объясняю. Hello. Hello. А, все, мы уже в пещере. Тут, ой, что это у меня так? Ну вообще так нормально напихиваю. Ого. Так, yes. А сейчас время паркура. Ой, ну вы смотрите просто на профессион. Что это было? Что это за животное? Ого. Отлетающая линера. Так, я вижу тебя. Следи за нами и не хочет видеть нас здесь. Да, я чувствую. Неважно, похоже, я нашла, где у нас засор. Это место прямо над нами. Вот я маленькая взрывчатка, я уже установила одно на месте засора. Если она не сработает, то использую ее. Хорошо, я тебя понял. Оп, все, мы поплыли. Опа, о нет, ну где? Так, ну мы идем дальше. А что у меня за оружие такое интересное? О,
что я вспомню. Короче, блядь, что вспомню? Наныл. Наныл, ладно. Есть 6 уровней. Ого. Скелетон Риппер. Нормально, нету. Хорошо, есть тело. Оп, вход открылся. Хуя! О, хорошо. Есть. Что это за самый звук? Звучит как бегущая вода. А. Вот что она. Вот что она, вода надвигается. И мы должны убежать от нее. Да, это что-то изи. Вау, yeah. Похоже, мы недооценили количество источных вод. Давай выбираться отсюда. У тебя еще осталась взрывчатка, которую я тебе дала? Хорошо, давай ее используем на этой стене. Она выглядит так, будто через нее можно выбраться. А давай. А, ты сама уже у меня взяла. Есть, взрыв есть. Все, выходим. Go out. О, нет, нет. Ты только что открыл ее? Иди сюда, скорее. Куда? А, сюда. Да давай, я готов. О, нет. Что нет? Данж запечатали не просто так. Это была старая тюрьма Арагни. У нее ужасная история. Люди прятались в нее во время набегов. Ходят слухи, что Боб, герой провинции Вин, был рожден в этой тюрьме. Теперь только проверенные отряды солдат могут войти туда, если один из них убил защитника ключа и забрал с него ключ. Ты должен пойти и зачистить данж. Оп, еще один ключик сверху. Хорошо. Ну давай, давай, я готов. Я готов, даже два раза убить его, блин. Что ты продаешь? Друг мой. Третий уровень. Хорошо. Хорошо. Я готов. Вот это мне. Вот это прикол. Что это? Ну, серьезно? Ну, ладно. Пожалуйста. И мы будем идти по левой стороне, вот так вот, оп, 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 ляпс. Ух ты. Так, из телеграмма нужно выйти, сейчас будет. Да нет, я не готов идти туда, ну вы посмотрите, камон, у меня меч никакого урона не наносит им. Десятый уровень, камон, вы чё? Да отстаньте вы. Я сейчас умру.
Что-то мне совсем не нравится. О, в угол зажмите. Да, да, let's go. Да не, давай, бей. Не, это нет, это не значит, что я слабый. Это значит, что мне нужно пойти распечатать волыну. А я уже думаю, сейчас там, соберу новые эти, новые те, куплю. Ай, одну, да нет, два сразу. Ага. Да ничего, ничего. Это жесть, это не спринт, это какое-то убожество. Так, подожди, это можно продать. Мне не нужно продавать, мне нужно, во-первых, посмотреть, что продает оружейник. 10, 3, 5. Минимальный совсем 6. Ну это рофл. Это тупо рофлс. Восемь, у меня 15. 2, у меня 10. 45, я не могу. Ну, значит, вот так получается. 7-12. Быстрая скорость питания тоже быстрая. Дураки. €41. И еще плюс 13 евриков. Так, диаманты, бриллианты, надо же оставить мне. Будем хранить все вместе. Возможно, можно. Возможно, можно. Да, все. О, вот это огонь. Просто пиздец, а цирк какой-то. Что, а что мне нужно? Мне ловкость нужна. Все. Всего у меня больше нет. А, через 5 часов. Нормально. Да, все, теперь я просто непобедимый. Ну нет, мне нужно хотя бы еще один левел. Но это вообще не серьезно. Да ладно. Вот теперь можно пробовать. Ноль открыто. Ну и не сильно и хотелось, если честно.
Так, ну что, попробуем снова. Хорошо. Так, это я осмелился войти в верхнюю, в ветхую канализацию. Что ты с пламой? Теперь уже найди тебя перед там в дамке. Ну-ка, давайте, девчонки. О, ой, вот это другое дело. Ты тоже с ножичком. Молодец. Ну, чуть-чуть подлечимся. Твоим скелетом не нужна жизни. Так, 5 еще осталось убить. Давайте. Продолжим насилие. Дверь открывается, все, мы плывем. Ай-яй! Еще я 2 получить. Вот это вот круто. Вот это было хорошо. Все, еще немного есть. Неужели это будет наш первый босс? Что написано? Паркур. Паркур. Хорошо, 24. Ну, кстати, хорошо теперь вырезает. Говорим. Ну что-то хорошо, пока идем. Хотя за закрывание, но переберем что-то. Ноль. Ноль меня не устраивает. Хорошо, лутаем. Десять убийств осталось. Все, здесь дверь открывается, хорошо. Good. Что мы имеем здесь? Вот здесь имеем проход. Имеем проход, я имею лучника вот такого. Ох ты! Предлагаем вырастить стену. У всех убил. Это было неплохо. Ой. Еще 16 мобов. Ого. Хорошо, есть. 105 уровень комбата. Люди, вы вышло. Меня не мешало, вы поиграете. Ладно, я понял, что мы победим.
Давай, давай, поднимаемся. 5 убийц осталось. Вот и вижу, где убийца. Ну что ж, дорогие друзья, комната с боссом, Wither Hand, Wither Skelet, Wither-ская голова. Он имеет 15 уровень комбата. Ну что, справимся? Я думаю, справимся. Поехали. Ого. Ого. Ого, ты даешь, конечно, уважаемый. Не, я не знаю, как на этом классе убивать его. Ну только если как-то вот так вот. А, понимаю. Ай, ладно. В общем, похоже, рано нам в этот данжи, Тим. И мы будем выключаться, останавливать видео на нем. И в следующей серии мы продолжим идти. Подведем итоги. Что, чего мы сегодня добились? Мы получили. Ранг 7. Квесты выполнили 6 штук. Имеем 14 уровень земледелия, 7 уровень комбата, я говорил. В следующей серии будет весело. Все, смотрите и не переключайтесь. Скоро будем.